Никит, я же тебе PlayStation взял. Так пойдем к тебе поиграем. Ты что, офигел? Нас не убирают. Есть идея. Ладно, джойстик. Я включаю, короче, игру. Не буду смотреть, только в экран. Ага, хорошо. Раз, два, три. Ага. Поехали. Ну как у нас, Никита, ты сейчас? Да у нас все хорошо. Ой, это здорово. А мы ремонт новый сделали, посмотри. А ты ж не видишь. Так, ну, Роналдо, ну давай! На самом деле, Ал, нам уже пора. Да, уже. Дим, а вы там скоро? Это, слушай, тебе там уже домой, короче, ага, сделать. Давай. Смотри, пока играй. Ага. А муж голыми забить. Ага, давай. Оп! Оп! Ага. Все. Ну, неплохо поиграли. Ну, на самом деле, да, я согласен, нормально поиграть. Ага. Ну что, пойдем? А. Ну, пока, ребят! Пока! Привет. Это что такое? Это iPad. Ущипни меня. Да я лучше тебе пендель отдам. Пятый iPad за месяц. Твой iPad это железка и стекло. А мне, кажется, я ножку поранила. Ну давай, показывай. Мила, ну что случилось? Ну что, этого того не стоит, чтобы ты плакала. Здесь серьезно. Успокойся, пожалуйста. Давай, селёдочки, мои протерю, мои селёдочки. Я так уже страшно, я пойду в море. Да не страшная ты. Дима, блин! Тебе, кстати, усы очень туда. Пальчики замерзли. Вот, и, короче, она подошла ко мне и говорит, я ей, милая, а что мои вот эти вот маленькие усички меня вообще не слушают? Давай. Милая, такая маленькая, тоненькая ручечка и такая сильная. Давай, милый, подарочки, 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 подарочки. Какие подарочки? Ты же до этого меня сюда позвал. С чего ты взяла, что я хочу тебе что-то подарить? А как же намеки? Ушки, пальчики, ручки. Милая, это называется забота. Это не забота. Это называется дать надежду женщине и отнять ее. Ты только что это сделал. Я кофе не допила. Зло. Однажды встречался с татарочкой. Сочная, сладкая, прекрасная, сексуальная. Саня, я с тобой согласен, они действительно очень горячие. Ты что, офигела? Еще раз кем-нибудь восхитишься, я второго комарика убью. В общем, я буду жареную курочку с пюре и стакан томатного сока. Мила, ты что будешь? Я на диете, мне просто стакан теплой воды. Ал, ты ничего не ела целый день. Так, я на диете, и я себе обещала. И хватит, пожалуйста, уже говорить про еду, а? Очень вкусно. А точно ничего не будешь? Точно. Кожа моя будет дряблая. Ты же все помоложе найдешь, да? Да нет, конечно, ты чё? Ну а когда попа будет висеть, чё, не найдешь, что ли? Да нафиг надо. Вот чё ты врёшь-то? Скажи правду, а? Да блин, какую правду? Ты вообще зачем мне это спросила? Да потому что я думала, что ты скажешь, что я самая лучшая. Что попа у меня на полу не будет лежать, что грудь у меня будет о-о-о, и что песок у меня сыпаться тоже не будет. Милая, да прям с языка сняла. Я только хотела это сказать, реально. Кстати, вот там веничек и совочек, подмети за собой песочек. Милая, смотри, какие два коктейльчика. Бомбовый просто замутил по двадцатке каждый долларов. Он еще десяточку скинул, а? Дим, ты ненормально? У нас все включено.
Дима, что ты такой радостный? Ты деньги вернул? Нет. А коктейли где? Синенький, красненький, за $40, а? Милая. Чувак. Чувствуешь тепленькая водичка? Да, тепленькая. Всему виною я. Дима, я охренел.